На официальном сайте Следственного комитета Российской Федерации появилась информация о возбуждении в отношении начальника управления МВД России по Ивановской области Александра Никитина уголовного дела по статье 285 «Злоупотребление должностными полномочиями». В настоящее время Никитин задержан. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.